Друзья, всем добрый день. Уже ближе к вечеру. Сегодня у нас 18 июня 2024 года. Витязева, я еду по улице Горького, хочу проехать на пляж Кавказ. Как говорится, кто едет на Кавказ, тому светит солнце в глаз. Ну и что-то возвращается оттуда, солнце светит. Что-то я забыл эту детскую считалочку или что там, присказку. Но суть не в этом. Улица Горького у нас, Витязева. Я доезжаю до развилки Горького, Пионерского проспекта и Верхней дороги и поворачиваю на Пионерский проспект направо. И уже по Пионерскому проспекту к пляжу Кавказ. Сегодня у нас 29 градусов сейчас тепла, и это 18:00 время, 5 часов вечера. Целый день парит, как всегда у меня дел. Вот освободился и еду искупаться, покайфовать в море. Для меня море, конечно, это самое главное, что прельщает жизни на юге. Ну и, конечно, климат. Так. Что вам интересненького здесь показать? Вот были дожди, чуть-чуть прохладно было. Вчера, кстати, шторм был, я ездил, показывал, что купаться нельзя. Ну, а вечером уже там папа ходил в Анапе и говорит, ну, море спокойное, все купаются, дети. Ну, уже там уже было поздновато, я уже не поехал. Сейчас прямо перед вами пляж «Жемчужина России». Здесь традиционно много машин, потому что привозят или забирают детей из этого крупного лагеря, который единовременно вмещает 4,5-5 тысяч детей. Ну, представляете, какая территория, какой размах, какой масштаб. Вот это у нас Пионерский проспект. Зеленый, классный. Много хвойных деревьев, что в жару создает тень и приятный воздух. Совсем недалеко пляж Кавказ находится от Витязева, от Анапы, конечно, дальше, поэтому кто... Вот он находится между пансионатом Одиссей и рекой Мажепсин, то есть между пляжем пансионата Одиссей и рекой Мажепсин. Через арку Лазурный берег. Протяженность пляжа Кавказ порядка 700 метров. Ширина 100 метров. Единственное, хорошо сюда приехать. Здесь меньше народу, чем Витязева, на пляжах Витязева. Но единственный минус, что негде поставить машину. А это и самый главный минус. Вот здесь гаишник что-то у нас стоит, показывает. Остановил мотоциклиста. Так, здесь у нас какой-то рейд. Надо аккуратненько запарковаться. Вот уже ставят машины, кстати, к пляжу Кавказ. Ставят машины. Хотя до пляжа еще далековато. Да. Так, ну что, друзья, я сейчас буду искать парковочное место, а потом уже включусь. Ну, запарковался я вот здесь, вдоль дороги на Пионерском проспекте, собственно. Так, живая музыка, ведущий, бизнес-ланчи. Ну вот, шоу мыльных пузырей тут. Вот, посмотрите, живая музыка, развлекательная программа, ретро-вечеринка. Вот, интересно. Меню кафе «Сильвия». Ну вот, если хотите, вот завтраки 160 рублей, яичница, блины 280-300. Так вам ценники быстро пролистаю. Салаты «Черное море» 570. Салат столичный 360.
пикантный 570, цезарь с креветками 720, цезарь с курицей 530. Вот такие цены. Первые блюда: борщ кубанский 240, борщ зеленый 180, лапша куриная 220, солянка сборная мясная 420, гарнир картофель фри 250, пюре 150, горячее блюдо мясо по-царски 100 грамм 220, отбивная из куриного филе 100 грамм 220, так по 100 грамм мангал у нас, свиная мякоть 180, свиная корейка 150, кара ягненка 480, люля-кебаб 100 грамм 260, вареники с картошкой с луком 200 грамм 280, чахабили 250 грамм 460. Дары и море тут есть. Десерты, чизкейки, мороженое 150 грамм 250 рублей, мороженое с фруктами 350. Чаечек, алкогольные коктейли. Ну, интересно мне, сколько здесь пива стоит. Пиво на разлив Вайсберг 240, краснодарское фильтрованное 150, ходыженское 120. Это у нас Сильвия с интересной программой. Прямо возле арочки. Здесь же у нас аптека есть. Так, пляж Кавказ у нас назван в честь детского санатория Кавказ непосредственно. Но, кроме того, здесь есть еще ЖК-комплекс Кавказ. Вот 5 монолитно-кирпичных многоэтажных зданий. Апартаменты, квартиры, эконом-класса, застройщик АПП «Меркурий-2». Хоть они считаются эконом-класса, но, как говорится, цены там кусаются за квадратный метр. Вот Чебурашка здесь спиной стоит. Погони за Че. Сегодня в кафе «Сильвия». Вот застройщик «Меркурий-2». Ну и пляж «Меркурий-2». Ну вот я подхожу уже к пляжу Кавказ, к выход на дюны Барханы. По опросам, значит, треть москвичей планирует летом 2024-го отдохнуть на Кубани. Вот такая информация. А, кроме того, и интересно, этот в одном из чатов телеграма местного прочитал, что директор школы в Краснодаре начисляла зарплату сыну, который вообще не работающий. Вот так бывает. И в школах директора немножко заигрываются. Все дорожает. Ну, как я уже говорил, что в принципе отдых в Краснодарском крае этим летом подорожает на 30-40%. Ну и вот интересно, еще прочитал статейку, что подорожает любимое мороженое Путина на 26%. Любимое мороженое Путина – это коровка из Кореновки. Первый раз он его в автосалоне «Маск» в Жуковском угощал министров и отметил это лакомство, это в 2017. А в 2018 он в Краснодаре сказал, что самое вкусное мороженое – коровка из Кореновки. Так что Путин знает толк мороженое. Но, как нам объясняют, что подорожали сливки. И изготовление сливочного масла подорожало. Ну, короче, как всегда, все дорожает. Все летом, к сезону, когда приходится пик потребления мороженого, все дорожает. Так же, как вода в 17-литровых бутылях. Бужор здесь я покупаю. Стоило 150 рублей бутылка, а к сезону приезжаю 170. Говорю, ну что там, подорожало так сразу. Подорожали энергоносители, то-то, то-то. Я говорю, почему-то всегда все дорожает к лету, к сезону, когда пик потребления воды, так же и с мороженым. Так, пляж Green Park. И прямо у нас пляж Кавказ. Меркурий 2, вот такой вот можно арендовать гамачок.
Все чистенько, цивильно. Массажик делают женщине. Прокат лежаков шезлонга с 8 до 24 рублей стоит. Теневой навес для людей с ограниченными возможностями. Видите, какая хорошая идея. За это что и сказать, только спасибо. Вот шезлонгички 400 рублей, вот такие с матрасиками. Ой. Вот это да. Вот это кино. Что хотел сказать, а почему здесь море пустое, а там есть, смотрите. Вот здесь, ну прям зеленое болото, которое уже чуть ли не то, что не цветет. Как еще здесь лягушки не квакают. Вот это фантастика. Ну вот пляж, вот что, в чем это, вроде как он всегда был чистый, а вот в чем минус, это то, что вот, ну, рельеф, береговой рельеф, он изогнутый в виде бухточки. Вот здесь он, видите, он рельеф, вот как она, как изогнутая. И вот сюда все сбилось. Вот дальше народ, там сейчас я пройду, там искупаюсь, там нет ничего. Ну а здесь это просто трэш. Бабах. Это жесть, друзья. Вот так, друзья, патрулирует полиция. Хотя я хотел сказать полиция, это, наверное, не полиция. Нет, полиция. Да, купили вот такие квадроциклы и патрули. Ну и пойдемте сюда посмотрим, что здесь творится. На эту красоту. Опа. Смотрите, я зашел сюда. А, красота. Что, друзья, ухожу я с этой зеленой кины и иду искупаться. Вот здесь, видите, кучу собрали мусора. Это вот после вчерашнего шторма. Сильный шторм был, и вот все прибило. Сейчас дальше пройдем. Я так думаю, там такого нету. Хотел сказать матерное слово пипизы, но просто уже, ну, с начала лета вот постоянно вот эти водоросли, ну что-то когда вот уже прекратится-то. Ну вот отошел я от тех кошмаров на улице Вязов, точнее кошмаров на пляжах Анапы. Здесь существенно, конечно, уже меньше. Как я говорил, здесь рельеф береговой линии другой, здесь вот только у берега немножко прибило. А дальше уже заходим. Отдельные мелкие водоросли есть, конечно. Ну, это и понятно, потому что море штормит. А так, в принципе, вода сносная. Ну, уж там не сравнить. Ну, вот здесь вот, видите, вот я иду все глубоко-глубоко. Вот мужчина тоже по пояс. Сейчас дальше пройдем, там вообще по щиколотку будет. Вот так вчерашним штормом намыло дно моря. Так, идем. Когда же я уже поднимусь? Главное, чтобы волной телефон не захлестнуло. Потому что волны ударяются и брызги летят прям в телефон. Все, я поднялся. И с высоты птичьего полета практически смотрю на весь пляж. Так, друзья, что сказать про воду? Искупался я, вода просто теплая. Я не знаю, как ее назвать, как парное молоко. Ну прям, я не знаю, ну реально теплая вода. 26 градусов у берега и 25 там подальше. Эта вода просто шик. Ну просто заходишь и только мокроту воды ощущаешь. Она не охлаждает тело ваше. Просто идеально, я прям поплавал с удовольствием. И еще разочек поплаваю. Так, народ
доволен, но немножко-немножко подводит нас водоросли. Значит, в июле, в августе будет все по-другому.